Евросоюз и Канада обратились в ВТО, чтобы оспорить решение США ввести пошлины на импорт стали и алюминия. И параллельно принялись готовить ответные меры. Перерастет ли обмен любезностями в новую торговую войну, выясняла Татьяна Лагунова. Больше никаких поблажек. Соединенные Штаты ввели таможенные пошлины на импорт стали и алюминия для стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Они вступили в силу в ночь на 1 июня. 25% на стали, 10% на алюминий. Дважды страны ЕС, Мексика и Канада получали отсрочку и пытались уговорить США пересмотреть решение о введении пошлин. Не получилось. Это плохой день для мировой торговли. Европейский Союз не может не отреагировать. Мы обратимся в ВТО и вскоре представим ответные меры. Когда дело касается мировой торговли, вводить односторонние меры совершенно неприемлемо. Жалобу в ВТО Европейский Союз уже направил, контрмеры тоже разработаны. Европейцы планируют в отместку обложить пошлинами целый ряд американских товаров. В черном списке мотоциклы, яхты, джинсы, футболки, косметика, рис, кукуруза и бурбон. Европейский Союз был готов к переговорам. Мы сделали США хорошее предложение. Сейчас мы проанализируем решение американских властей и дадим единый и решительный ответ. Это неприемлемо. В международных отношениях не действует право сильного. Международные отношения – это не Дальний Запад. Мы осуждаем это решение. Переговоры по ответным мерам стартуют в Брюсселе со следующей недели. Обнародовать их еврочиновники обещают до конца июня. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».